поклонение – это термин, который, мне кажется, все недопоняли или многие недопоняли. Мы часто под поклонением представляем собой музыку. Проблема с нашим пониманием поклонения – это то, что это не библейское понимание. Поэтому я хочу знать, что такое библейское понимание слова «поклонение» и библейское понимание слова «поклонение» из иврита. И слово «поклонение» означает быть с прилепленным и связанным к Божьему движению, движению моего духа. И когда я в присутствии Божьего дыхания, то есть Духа Святого, я на самом деле прилеплен к Нему, и тогда я уже не ограничиваюсь тем, что я делаю в церковь, но поклонение — это есть мой стиль жизни, это моя жизнь. И как часть этой жизни я и пою Ему, я могу даже работать в офисе, и тогда все, что я делаю, это становится частью этой жизни поклонения.